Ряд встреч в регионе провела депутат Мажилиса парламента Снежана Имашева. Так во дворце школьников юные техники показали свои навыки и изобретения. А в Тускалинском районе депутат ознакомилась с ходом строительных работ. Областной центр детского технического творчества при дворце школьников работает много лет. В прошлом году спонсоры оказали поддержку для развития технических навыков детей, выделив объекту 58 миллионов тенге. Сегодня в ходе встречи дети показали свой рост в техническом творчестве, а руководство отчиталось об освоении средств. Для центра это возможность практически перейти на новый уровень. 4 миллион. Из выделенных денег 14 миллионов мы потратили на ремонт. На остальные 43 миллиона было закуплено оборудование. Это робототехника, дроны последней модели, 30 современных мотоблоков, 3D-принтеры, 3D-сканеры и другие. Эта техника оказала мощный стимул для работы педагогов и детей. Мы смогли принять участие в республиканских и международных конкурсах. Мы благодарны нашим спонсорам. Если техника будет обновляться, то также стремительно будут развиваться наши дети, говорят педагоги. Сейчас нуждаются в поддержке кружки авиа, авто, судомоделирования, ракетомоделирования, говорили на встрече. Это здорово, что фонды Халык и ННФ уделяют внимание развитию наших детей. Такая работа за короткий срок повысит деятельность как самого центра, так и наших воспитанников. В этом году по республике они заняли второе место. Вот он результат инвестиций в образование. А в Тускалинском районе народный избранник ознакомилась с ходом жилищного строительства. 4 из 12 двухквартирных домов, возводимых в этом году в районе, строятся в селе Мирей. Стены всех домов уже подняты, установлена кровля. Сейчас строители приступили к наружным и внутренним отделочным работам. Новостройки планируют сдать в эксплуатацию в ноябре текущего года. Позже депутат побывала в районном физкультурно-оздоровительном комплексе. Современный спортивный зал на 320 мест распахнет свои двери буквально через несколько дней. Алмагуль Джампеисова, Рустем Ищанов, Кенжибек Салыхов, Акжай Акпарат.